Ребят, всем привет! Встал на стояночку. Нахожусь перед Воронежем. Сегодня уже 5 число. Ребят, поздравляю с Днем разведки. Кто, как говорится, в теме. Вот. Такую хотелось бы снять картину, как питаются дальнобойщики, да, как они едят, что они готовят. Ну, сегодня из серии, скажем так, легкой кулинарии будет, не знаю, еще не думал, что я буду готовить, но сейчас в ходе процесса все это снимем. Так, ребят, готовлю я в спальнике, я не знаю, но мне так удобно на самом деле. Как бы здесь просто будет жир, но тут проще-то это все стирать. Я сейчас взял себе наггетсов. Плохо, что у меня нет спальника. Ой, спальника, блин. Какого нахрен спальника? Холодильника. Вот. Ну, в принципе, сейчас на улице мороз. Можно, ну, холодно, по крайней мере, я имею в виду. Можно и на улице похоронить. Блин, одной рукой, конечно, неудобно готовить и снимать. Но, в общем, ничего страшного, я думаю. Если вдруг кто будет покупать себе наггетсы, жарить аккуратнее, чуть передержали и баста, они сгорели у вас. Поэтому на медленный огонек и ждем. Итак, все-таки не забываем их перемешивать, иначе может получиться все печально. Итак, первая часть выполнена. Вот у меня получилось. Коробочка с наггетсами. Они сейчас немножечко еще подостынут и не будут не такими жирными. Далее я беру, ну, мне на мое рыло, скажем так, хватает обычно, ну, 6 картошинок. Может, кто-то меньше, кто-то больше. Сковородка у меня не особо большая и, в принципе, мне на одну порцию достаточно. Так, картошка почищена, осталось ее пошинковать. Итак, картошка готова. Теперь осталось взять, почистить лук. А затем его пошинковать. Итак, лук пошинковали. И все это вываливаем сюда. В картошку. Затем я включаю газ. И ждем, пока все это немножечко, скажем так, прогреется. И начинаю перемешивать. Добавляю соли по вкусу. А затем я добавляю туда немного воды. Во-первых, у меня нет крышки. Вот, это раз. Для того, чтобы ее немножечко протушить. Во-вторых, чтобы не так сильно пригорала картошка к самой сковородке. И в-третьих, я не особо люблю слишком много масла в самой картошке. Поэтому я добавляю туда воды, чтобы немножко ее, скажем так, подпропарить. Ну и все, и готовим. Итак, все это я перемешал. И ставим на медленный огонь, чтобы это все кипело и немножечко тушилось. Пока жарится картошка, я помою помидоры с огурцом. И начну их нарезать. Помидоры нарезаны, приступаем к огурцу. Итак, огурец покрошили, добавляем соли по вкусу, майонез. В этом случае я люблю, когда майонеза побольше, потому что помидор выделяет сок, становится так жидковатым. И все это просто перемешиваем. Получился такой салатик, но и не забываем про картошку. Мешать ее. Итак, ребят, за не особо большую сумму мы имеем охренительный ужин. Готовил я его на протяжении, наверное, ну, если так вот без записи брать, да, ну, где-то на все у меня ушло, ну, минут 30-40, не больше. Вот. И пускай 15, там, те же 20 минут максимум все это навести, ну, покушать и убраться. Как бы на ужин я имею картошку,
Салат с огурцами, помидорами, майонезом, корейскую морковку, колбаску, наггетсы. Это селедка под пиво и хлеб. Я считаю, в принципе, это не особо затратно. Картошку всегда можно забрать с собой, она не пропадает. В магазине те же два помидора, один огурец обойдется рублей в 30-40. Баночка вот этого данного салата стоит там рублей 60, наверное, красно-белым я покупал. И наггетсы вот по акции я взял 70 рублей. Целая порция. Я, например, если съедаю чисто одни наггетсы, я наедаюсь. Не считая картошки. Вот. И колбаска, в принципе, хорошая. Недорогая. Ну, там уже на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Вот. Поэтому на чисто покушать у меня уходит где-то час. Ну, опять же, я пока этот час сижу, я могу выпить тоже того же пива. Также смотрю фильм, готовлю или разговариваю по телефону. То есть совмещаю приятное с полезным, по сути. Вот. Ну, а сейчас все, сажусь ужинать. Если вам кто-то будет говорить то, что... Или вы услышите там где-то что-то такое, типа того, вот там... Типа таких фраз, я никогда себе не готовлю, нахрен оно мне надо, я зайду в кафе, поем. Я не знаю, это, наверное, рубль должны быть суточные, на самом деле рубль. И тогда, да, будет хватать. Хотя бы на день будет хватать. Но если у тебя суточные те же 500 рублей, забудьте об этом. Вот. Поэтому все, я сажусь ужинать. А вам я желаю удачки. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дороге. И не только. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь, смотрите. Комментируйте, главное. Вот. Потому что ваше мнение мне очень интересно знать. Все, всем пока-пока.